Приветствую всех, дорогие друзья! Сегодня заканчивается конкурс «Ты киберкомментатор», в который мы с вами, именно мы с вами, потому что голосовали за мои работы вы, дошли аж до 4-го этапа. И сегодня будет решено, кто же переходит в 5-й финальный этап, кто же поедет в Москву, где уже поборется за главные призы. Итак, в финальный, в 5-й этап выйдут 3 человека по условиям конкурса. Двое по лайкам и один по решению жюри. К сожалению, по лайкам пока я отстаю от двойки, так сказать, лидеров, присутствующих сейчас на конкурсе. Так что не забывайте голосовать за мою работу, но тут есть один нюанс. Дело в том, что 4-й этап – это парное комментирование. И почему-то организаторы сделали очень странную вещь. У комментаторов в паре у каждого своя кнопочка поставить ему лайк. То есть, по сути дела, нас сделали конкурентами. Это, на мой взгляд, не совсем правильно, потому что парное комментирование, оно в принципе подразумевает то, что люди должны работать в партнерстве, в некой синергии, в команде, а не пытаться перетягивать там одеяло на себя, там перепеть другого соловьем. Ну, к сожалению, почему-то сделали вот так. Поэтому мы хотим сломать систему, и я об этом уже говорил не раз, и писал об этом не раз. Ставьте лайк мне, ставите при этом лайк Юлии. Я считаю, так будет справедливо. Большое спасибо вам хочу сказать еще раз за то, что удалось нам с вами дойти до 4-го этапа. Конкуренция каждый раз становилась все жестче и жестче. Единственное, ну, кто-то возмущается, что конкурс, который осуществляется по лайкам, это, по сути дела, конкурс, ну, кто больше друзей приведет, там, или кого где больше репостнут. По сути дела, для организаторов, для сайта, где это проводится, это очень хорошо, это нагоняет определенную аудиторию. А вот в плане качества работ очень-очень спорно. Я, в принципе, надеюсь, что, может быть, вот как раз этот один человек, который выйдет решением жюри, буду я. Ну, а может быть и нет, поэтому все равно не забывайте ставить лайки. Вот такой дуализм, черт возьми. Поэтому, друзья мои, поднапряжемся. В 00 по Москве конкурс сегодня заканчивается. Ну, я надеюсь, что все-таки у меня получится пройти дальше в финальный этап. Всем спасибо, не забывайте голосовать, поднажмите. Голосуем не только за меня, еще за Юлию Мираж, напоминаю вам. Так что погнали!